Эй, приветствую вас, дорогие друзья! С вами Андрей. И пусть ваша душа сегодня встанет. Даже не знаю, как с хоррорней с игрой Resident Evil. Это у нас директор скат. Да, даже в настройки мы так просто не зайдем. Нахрена мы в нее зашли? Не знаю. Чего? Тренировка измененная. Давайте стандартная. Все-таки мы хотим вспомнить стандартную версию игры. Chris Redfield. Jill Valentine. Будто бы настоящие какие-то фотки людей. Июль 1998 год. Лес Ракуна. Подразделение Альфа вылетело в лесную зону, расположенную на северо-западе Ракун-Сити. Мы искали вертолет наших коллег из подразделения Браво, который исчез в ходе операции. Крис, ты нашел их? Пока не нашел. Некоторое время назад в Ракун-Сити начали происходить странные убийства. В сообщениях говорится, что жители подверглись нападению группы из примерно 10 человек. Жертвы, по всей видимости, были съедены. Подразделение Браво отправилось на поиски банды и не вернулось. Крис, смотри! Это был вертолет подразделения Браво. Он был пуст. Но что странно, почти все оборудование осталось на месте. Вскоре стало понятно, почему. Эй, идите сюда! Крис Редфилд. Джилл Валентайн. Они забежали в дом, думая, что они будут в безопасности. Но... Что это? Вау! Ну и особняк! Капитан Вескер, где Крис? Стой! Не открывай эту дверь! А как же Крис? Что это? Возможно, Крис? Так, Джилл, ты идешь?
Я тоже пойду с тобой. Крис мой старый напарник. Хорошо, но командую здесь я. Будьте осторожны. Ну что же, вот мы в этом проклятом особняке. Столовая. Логично. Как же давно я-то в это не играл? Это уже как-то экипировано, да? Но это ничего нет. По-моему, заставочка все-таки в оригинальной... Черт! Что это? Игре была немножко другая. Что это? Кровь. Это кровь, да. Шокан. Джилл, посмотри тут. Может, еще что найдешь. А я пока этим займусь. Окей. Надеюсь, это не кровь Криса. Точно не его. Я в Крисе уверен, как в своих 5 пальцах. Опа, вы хотите взять эмблему? Сомнительно. Ох, как сомнительно, что я хочу взять эмблему. Да. И вот они, эти коридорчики. Как же сыкотно-то было. Я не помню, тут должна быть музыка, не должна. Но как же сыкотно всегда было по ним заперто. Дверь открывается. Отличкой. Закрытая изнутри. Значит, можно открыть. Ну, изнутри, собственно, да. Знаете, было вот сыкотно ходить по этим коридорам, когда вот эта вот тварь там припела. И ты даже не знаешь, что он на тебя может выйти. И пока он... Да-да-да. Вдохни. Пока он не выходил, вот именно не появлялся вот в экране, ты... Не, ну, ты нормально не мог понять, ты попадаешь в него, ты не попадаешь в него. Да просто... Так, это изнутри, да что ж такое, все заперлись. Вы не представляете, когда я первый раз вот это вот увидел, как же я просто буквально что-то не навалил штаны, потому что это настолько было страшно просто. Это медленное что поворачивание это? Его головы. Берегись, это монстр. Дай-ка я сам с ним разберусь. Я вот тогда не знал, что можно просто мать от него. Твою. Кен, это тоже убили. Возможно, фигово, это существо. Кстати. Ладно, давай сообщим об этом Вескеру. Да уж, озвучка. Я, насколько помню, у нас озвучки не было. Ту игру, что ну, ко мне в город привозили, там не было озвучки. Так, ну давай. Запылившиеся дедушки на часы. Чего? Ох, дедулька. Картина женщина. Нормально. Куда дедуля? Запылил эти часы. Дедушкины. Это, конечно, офигенная фото. Так. Опа. Вескер! Помоги мне найти его. Давай поищем его здесь. Окей. Чатная, кстати, машинка. Что-нибудь нашла, Джилл?
Ничего. В чем же здесь дело? Ничего не понимаю. Я тоже. Теперь Вескер исчез. Я тоже. Не понимаю, что происходит. Ладно, ничего тут не поделаешь. Давай искать его по отдельности. Я пойду еще раз смотрю столовую. Хорошо. Я попробую пойти в ту дверь напротив. Этот особняк просто гигантских размеров. Мы можем влипнуть в неприятности, если потеряемся. Нужно начать с первого этажа. Согласна? И Джилл, вот отмычка. Может пригодиться для открывания замков. В общем, возьми ее с собой. Спасибо, может пригодиться. Слушай, если что-нибудь случится, встречаемся в холле. На этот раз я приду. Звучит очень интересно. Что значит он придет? Кстати, он пришел сюда, а в итоге мы тоже туда идем. Но... Самое любопытное, куда он попал. Никого, надеюсь, не будет. Опа. Что-то блестело. Дедушкина картина. Дедушкина. Не картина. Что блестит-то? Часы, типа. За ними видно, что... Блин. За ними прям видно, что что-то есть. Вроде как-то толкать можно было, разве нет? Да, по этому кадру прям совсем видно, что там что-то есть. Ну ладно. Такой, видимо, кадр. Кеннет из группы Stars, браво, всегда останется в наших сердцах. Фраза, конечно, всегда максимально странная. Как изображен этот особняк? Тоже очень темно. Так, ну тут мы вроде бы только одну дверь можем открыть с отмычки. Вот это вы использовали отмычку. Кажется, какая красная дверь. Ну чё? Готовы? Вот я точно нет. Ну, в общем, как я говорил в Gun Survivor, что я не проходил ни одной части. Хоррор это не очень. Ну, я короче, меня, да, всегда хорроры пугали. Короче, мы сейчас в это играем. И очень стрёмно, что какая-то хреновина вылезет и начнет на меня бузить. Ага. Все-таки... Ноги. Это, видимо, уже проблема управления. Или что? Или я не туда толкаю? Нет, я не туда толкал, видимо. Так, вы хотите взять ноты? Не очень. Я не понимаю, зачем ноты могут пригодиться. Серьезно, вот из всего, что лежит, ты решила взять ноты.
А, минуточку. Ноты. Тут пианино. Это лунная соната. Лунная соната. Это луна. Даже без нее. Ой. Кто бы знал, что Джин еще у нас и умеет играть. Можете написать, что это за фигерси. Секретная комната. Тут за инструмент, потому что я в них не сильно разбираюсь. Взять золотую эмблему? Yes. А, я забыл про всякие ловушки. Или их здесь не будет. Выглядит так, что она могла бы даже, может быть, протиснуться. А я могу использовать эту эмблему? Нельзя применить здесь. Была эмблема. Значит, видимо, эту и должен здесь оставить. Золотая, скорее всего, важнее для меня. Но при этом в первой части я доходил, помню, до лаборатории даже. Очень сильно преодолевая себя. Как же я там тоже в этих лабораториях срался. Всякой нечисти. И боеприпасов вроде бы даже не хватало. Прямо тут была. Кровь можем как-то? Не можем. Я могу? Ну да, это было бы слишком легко. Ничего нет. Нет, так нет, кто ж против. Open the door. Давайте к машинке подойдем. Или попробуем подойти к машинке. Ну, не удалось. Значит, поднимемся наверх, почему бы здесь нет. Медленно, спокойно. Хотя спокойно это. Фигерси. Открыто. Ну слушай, черт. Я спецназ или где? Понял. Похоже, что хрен... Ну, вы из меня спец... Блядь! Куда ты идешь, дура? Понял. Не понял. Я понял, но я не понял. Десвидос. Она спит. Не подумайте ничего такого. Но мы можем увидеть надпись Capcom, какую красивенькую. Слушай, на то прошло, я решил включить заодно другой эмулятор, потестить, как игра на нем выглядит. В принципе, да, и отличия явно имеются. Да и вообще в жопу эти ваши ножи. Будем использовать пистолет. Все-таки мы не Джон Рэмбо. О, я помню это место. Здесь нужно вот эту штуку как-то подтащить. Спокойно. Да, подтащить. Если ты сделал что-то неправильно, то ты в итоге руинишь себе всю игру. Что было, конечно, очень неприятно.
поскольку ты не получал карту первого этажа взять. Хотя, по сути, карта первого этажа, не сказать, чтобы звучало как что-то прям супер было. Это вся карта? А, не, вот карта. Ну, да, достаточно. Половина комнат закрыта уж точно. Так, сюда можно использовали отмычку. Да что ж эта отмычка-то все открывает в этом особняке? Все! Что с тобой не так, отмычка? Блин, я помню это место. О, я его помню. Блять! Да пошел ты! Как же я ж с этого-то насажу. Да иди ты в жопу. Сколько патронов? 5? Я и вас понял. Мы тут ляжем, да? Охренеть. А как выгоднее держаться сюда, туда? Может, никуда? Пойду-ка отсюда. Сейчас новая херня выскакивает, и у меня из жопы тоже выскакивает нечто коричневое. А нафига вот это вот? В чем суть-то? Я ж вижу, что это можно толкать. Ага. Зачем только вопрос? Фу, гадость. Какая фуга? А, скелет. Это вот рядом с тобой, блин, фу, гадость лежит. Заебаз! Сколько я выдержу? Делайте стар. По-моему, один. Почему меня сожрут, мне кажется, к хренам. Пошел ты. А, понятно. На, сука. Так нафига вы там здесь нужны? Алло. Что вы даете? Интеракт. Я, видимо, не в правильную сторону сдвинул. Там тоже обойма была. Твою мать. Ох, Джилл Валентин. А зомби-то с трех укусов ее убивает. Охренеть. Ну, использовать. Нельзя применить. А, комбинировать. Окей, мы опять типа вооружены. Опасны ли мы? Сомнительно, но окей. Ну все, теперь я готов. Наверное. Нет, ни хрена подобного можно. Привет. Че ты на меня так смотришь? Это ты в эту жопу залезла. Я уверен, что многие хотели в твою жопу залезть. Опа, сюда. Награда за то, что меня покусали собаки, да? Ну, что ее покусали. Ну и кто против, изображены латы. Ой, да мне насрать. Латы, лат. Латы, не лат. Wait a second. It's a trap. Надо срочно раздеть жилы, проверить. А, нет, это не та комната. Я подумал про другую комнату. Но это не та. Тут ничего нет. Отражение, между прочим, есть. Ванна. Ничего важного. Ни хрена себе важного. Посрать можно. Тебе уж точно нужно. Я-то схожу, если что. А ты-то... Да. Что, в штанах будешь носить?
Ладно, она спецназовец, в конце концов. Стар. Подразделение. Поэтому ей можно. Вот так вот стоишь, смотришь. А мне туда надо? Нет. Вообще ни разу не надо. У нас ни хп, ни хрена нет. Ладно, давайте. Наверное, фулл хил сделаем. Иначе нас с одного укуса тут прикончат. Я уверен. Как все классно здесь. Это же... Вот вроде бы та комната. Комната с ловушкой. Если не ошибаюсь. Нас тут кокнут. Ну или не в этой комнате, ну, да, или даже в этой, да. Я помню другое, что все всегда было закрыто, а тут ходишь вообще все в развалочку. Блин. Ну вставай, тварь. Прилегай, тварь. Хрена ж нужно на него пулек. Ну и... Ну вот, да, шарманка старая. О, пошел ты в очко, в общем, тварь наглая. И не видно ни хрена, такая тень, не видно ни хрена. Я, конечно, профессионал, спецназ, но вашу мать, не видно ни хрена, чтобы кровь с них растеклась. Не дотягиваемся. По-моему, дотягиваемся. Тут уже все. Патронов нет. Рассчитывать не на что. Закрыт. Изображен шлем. Латы, шлем. Понял. Нужно будет с собой носить, видимо. А тут что? Зачем? Я поинтересовался. Здесь что-то плохое ждет. О, театр. Да вы что там? Приняли? Тут точно что-то плохое будет. Я вам... Я помню, что будет плохое. Я не помню, что, но то, что будет. По-моему... Да, по-моему, тут будет... Угу. Ну, понятно, да. Тут вороны нас, наверное, нападут. Они же не просто так здесь сидят. Вот картина, надпись. Конец. Здесь есть кнопка. Хочешь нажать? Нет, ну ладно. Пошли б вы в жопу, твари летающие. А они там будут, да? Проверим. Ради интереса. Какой нахрен интерес вообще? О чем? Что я несу? И... Домой? Нет? И в чем смысл? Нахрена эта кнопка была нужна? Картина молодого человека. Здесь есть кнопка. Хотите нажать? Чего? Тут у каждой картины есть кнопка. Картина младенца. Здесь есть кнопка. Хотите нажать? Я должен... Ой, бля, бойкого мальчика. Понятно, это загадка. Я должен нажать правильные кнопки на картинах. Скорее всего, комбинация должна быть. Картина старого смотрящего старика. Здесь есть кнопка. Нет, не хочу нажать, разумеется. Нет. А тут вообще что было за окно? Вот картина, надпись. Ага. Вообще конец. Ну слушайте. Все логично, это жизнь человека. Так, здесь у нас картина бойкого мальчика. Есть кнопка. Дойдите в жопу. Где тут младенец был? Картина младенца. Вот с этого надо, наверное, нажать. С этого все начинается, да?
На молодого человека. Ню-н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 ю. Вот дальше у нас был бойкий мальчик идет. Охреневший даже местами. Кто его знает, что это был за мальчик? Возможно, он как бы гадил, там трогал всякое. Девочек за места всякие. И младенец уже здесь есть кнопка. Да пошли вы. Нет, не хочу. Так, дальше молодой человек. Вот, ну молодой человек уже конкретно уже там ходил, там покупал, рвал цветы на грядках там. Дарил их. Картина старого смотрящего старика. Все в порядке? Картина, надпись одна. Happy End. Так в жопу. Все соседи стучат. Сообщение. Дайте мне мир. Чего? Подарю вам радость жизнь. Че? А я не понял, почему неправильно-то по итогу. А, здесь что-то. Здорово, парни. Угу. Где еще какие-то картины? Ладно, не будем заострять тогда внимание на этой загадке. Там еще просто какие-то картины есть, скорее всего, я еще их должен был нажать. Хотя странно, что почему они не среагировали прям так сразу. После... Если я неправильно изначально все это нажимал. Или они именно после вот этой вот степенаются, скорее всего. Да, 4 патрона, ранен. Да, здоров, но желтое ХП. Закрыто. Как же мне повезло? Тварь. Сейчас, друзья, по-моему, хватит с нас стресса на сегодня. Мы можем закончить воспоминания, погружение в эти воспоминания. Заперто, да, точно, где шлем. Вот такая вот она была первая часть. Замок открыт. Чего? А почему? Здорово. Ну, так сейчас нужно все же подбежать. А как вообще выигрывать-то во всем этом? Алло? Ну это же бредятина, ё-моё. Серьезно? Как? Ну, в любом случае, конечная получается. Вот так вот. Вот так вот, друзья. С рабком. Какая-то она игра. Моментами непростая до сих пор. Что реально, ну а как? Что я делал не так? В голову должен был бить, но она вроде не попадала. Успокойся, мужик. Кстати, еще есть... Давайте жмакнем тренировочку. И на этом заканчиваем, в принципе. Да, насчет, кстати, прохождения подобного... Допустим. Значит, прохождение подобных игр, если что, есть возможность заказать за деньги, но, конечно, конечно, да. Мне бы такое... В чем прикол тренировки, я не понял. То есть это то же самое будет, а... Или это же сложность была? Сложности уровни такие были. Что произошло? Теперь Барри нет, да? Берри! Где Берри? Мне жаль, но кажется он... Чего? Нет. Опа! Что это?
Я пойду проверю. Хорошо. Мы жил, подождем тебя здесь. Да. Зачем нам что-то делать? Иди проверяй. Крис? Будь осторожен. Даже я сейчас думал, я пойду с тобой. Не, будь осторожен. Мне нравится и с Вескером здесь находиться. Да, в общем, хоррор для меня это прям жесткий жанр, который прям весьма стрессово, надо сказать, находиться. Ну, кстати, вот и за, кстати, за Криса. А, у него еще и сложнее. У него слотов меньше. Ёперный тиватр. И, как видите, ну, меня тут нагнут прям вообще во всех смыслах. А кровь? А кровь? А крови нет, серьезно. Ну, тут типа вот изменения. Эти эмблемы пока нужно непонятно. Что поменять-то их местами я-то могу поменять. Но в целом на коне нужно. Давайте попробуем побороться с зомби. Окей, пускай нас завалят. Завалят Криса. Ну, мы попробуем побороться ради интереса. В воздух все-таки, ну, типа в голову нужно как-то бить, чтобы избавиться от него. Или что с ним делать. Иди в сраку. Ну, вот он, видите, не попадает в голову, если бить вверх. Да отвали от меня. Так. Ну, я тогда в непонятках. Что я должен с зомбарями-то делать с ножом? Ну, понятное дело, он сильнее физически, поэтому я-то убил его быстрее. Жесть. Да. Вот ты подрались, блин. Как бы вообще здесь ничего... Твою ж за ногу, как с собой она была все-таки. Я припоминал что-то такое, поэтому вот подумал, да. Вроде... Все равно что-то должно было быть. Чего странного. Действительно, два вот это вот валяется. Ничего странного. Все окей. Ну ладно. В общем, игра хардкорная по-своему. По-своему страшная. В этом в плане все передать, в общем-то, нагнетение атмосферы капком в первой части смогли. Игра весьма качественно была сделана. Все уйдут, да? Понял. И поэтому, собственно, она и стала популярной не просто так. А вот, друзья, на этом желаю всего хорошего. Желаю вам света. Поменьше тьмы, поменьше зомбарей, поменьше зомбирования телевизора уж тем более. О, пекарь оставили. И что же, увидимся в следующих играх, в том числе и серии Resident Evil. Всем пока-пока и до новых встреч.